взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. И если есть порох, дай огня. Вот так. Доброго времени суток, уважаемые друзья! В эфире YouTube-канал «Санрей Луч Солнца». «Луч Солнца» — это общественно-политический канал, рассказывающий об истории, религии и политике Тридевятого царства, Тридевятого государства. Речь идет о сказочной, справедливой России будущего. С вами главный сказочник канала, профессор Валерий Кубарев. Пока я не звездный оратор, но активно учусь вместе с вами. Дорогие друзья, послушайте небольшую презентацию YouTube-канала «Луч Солнца». За 16 лет научно-исследовательской работы и политической работы у меня накопился обширный материал по вопросам истории мира и Руси, истории религии и политического обустройства сказочной, счастливой и справедливой будущей России. Исследования позволили установить многочисленные детали истинной истории мира и истории религии, которые носят нелицеприятный характер, а также уникальную роль Руси в этих свершениях. Правда порою вызывает отторжение у людей, кому слаще сладкая ложь. Мои политические планы по обустройству России также могут не понравиться властям и обычным людям. Посему я буду подавать материал в полушутливой, сказочной форме. Мы будем говорить о Тридевятом царстве, Тридевятом государстве, Святой Руси. Я очень надеюсь, что мои рассказы и предложения понравятся слушателям и населению России, а также жителям бывшего СССР. Мы будем вместе формировать новое будущее страны и русского народа. У меня и моих соратников уже существуют обширные ресурсы в виртуальном пространстве. Вы найдете наши сайты и аккаунты в Твиттере, Инстаграме, Телеграме, ТикТоке, Фейсбуке и других социальных сетях. Вскоре мы будем осуществлять прямые трансляции с еженедельными комментариями о последних политических событиях в Ютубе и на Фейсбуке. Со временем мы также будем делать программы на английском языке. На этом мы завершаем вещание нашего сказочного канала «Луч Солнца». С вами был профессор Валерий Кубарев. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не стесняйтесь, пишите комментарии, задавайте вопросы. Всего вам наилучшего. До свидания. Дорогие друзья, сильные и смелые среди нас, победа будет за нами.